Всем привет! Меня зовут Айдана. Сегодня мы с вами посмотрим Dundalk Institute of Technology, DKIT. DKIT является институтом технологии. В чем же разница между институтом технологии и университетом? Самая большая разница в том, что институт технологии делает фокус именно на практику студентов. Это означает, что поступая в DKIT, с первого же года вы будете проходить практику. Вас будут учить тому, с чем вы столкнетесь в реальной жизни на рабочем месте. Как вы знаете, по Dundalk Institute of Technology есть программы туризма, event management and culinary arts. На данный момент я нахожусь в тренинг-ресторан. Здесь проходит практика для студентов отдела туризма и International Tourism Management. Супер новости! International Tourism Management здесь новая совсем программа. Она началась в этом году. Она длится всего 3 года. Закончив ее, вы можете получить ирландский диплом и приступать к работе, и остаться в Ирландии на год для поиска работы. Сейчас мы находимся в тренинг-ресторан. Здесь первый, второй год, например, студентам дают в распоряжение вот этот venue, можно сказать, это место, чтобы они на практике научились составлять меню, составлять программу, то есть чтобы студенты, сразу приступая, знали, с чем они будут сталкиваться в реальной жизни. Теперь мы переходим к самому ресторану. Как вы видите, DKIT, он делает очень большой, можно сказать, фокус на том, чтобы вы научились на практике справляться с разными кризисами по работе, научились работать в команде и знали, чего ожидать от своей работы. Начиная с первого года, да, у вас будет фокус на практике. А теперь мы находимся в студии, где у нас практикуются студенты, которые поступили сюда на major film and TV production. Студии в DKIT для студентов программы Film and TV Production оснащены самыми последними технологиями. Они учат студентов не только технологиям и программам, которые актуальны сейчас в фильм-индустрии, но они также стараются научить студентов тому, что будет актуально через 5 лет. Они смотрят будущее и стараются предсказать все потребности рынка, чтобы их студенты были самыми востребованными на рабочем рынке. Ребята, а здесь у нас учатся студенты DKIT, которые поступили на программу медицину. Здесь они учатся на практике о том, как обращаться с пациентами. У них есть огромный спортивный центр для студентов, где студенты могут с 6:30 утра до 10 ночи прийти позаниматься в спортзале. У них даже там есть бассейн, джакузи, у них даже есть спортивное поле, футбольное поле. Все для вашего удобства.
все программы, которые предлагает DKIT, на данный момент являются очень востребованными на рабочем рынке. Прежде чем открыть какую-либо программу, они устанавливают связи в индустрии, стараются понять, какие именно skills, какие именно способности, квалификации нужны работодателям от студентов и стараются научить студентов всему нужному, с чем они столкнутся уже на рабочем месте. Поэтому, выбирая программы DKIT, вы можете быть уверены в том, что вас научат всему необходимому для работы. 95% выпускников DKIT находят работу в первые же 9 месяцев после окончания института. Для большей информации вы всегда можете написать нам. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы. Ждем вас в Ирландии!